школа на улице Боткинской. Так, у нас в горах там дымка, снега не видно. Иду со стороны Спартака с улицы Боткинская на Чехова. И вот на прошлой неделе установили вот такие ограждения по улице Чехова. Разделили эту узкую улочку на две зоны. Зона пешеходная и зона для автотранспорта. Значит, что говорят водители? Водители думают и говорят, что и так узко, и так тесно. И еще разделили. Что говорят пешеходы? Наконец-то можно спокойно пройтись по улице Чехова, бывшей Виноградной. Так, ну и вдобавок вот здесь, скажу вам, на бывшей территории санатория Киев будут строиться высотки, 3 штуки. И, конечно, всем нам не хотелось бы, чтобы тут были небоскребы, как в Приморском парке. Иначе... что вся история, так сказать, канет в лето. Будет действительно, так сказать, муравейник. На узких улочках будут стоять новые небоскребы. Ну, а эти ограждения, конечно, в сезон очень актуальны будут, потому что пробки, машины. Кстати, улицу сделали односторонним движением. Кто не знает, одностороннее движение со стороны улицы Кирова через Партизанскую и в сторону улицы Боткинская. Со стороны улицы Боткинской сюда не заедешь, там стоят кирпичи, знак кирпич. Вот ребята ведут чистку пальмы, обрезку. А вот тут уже обрезанные, почищенные, чистенькие, новенькие. Да, кстати, я как-то тут вечером снимал про это здание, что здесь было касса взаимного кредитования. Другими словами, касса взаимопомощи. Это здание всегда было финансовым учреждением и при Украине в том числе. А это гастроном для нашей подписчицы. Еще раз поснимаю днем. Сегодня у нас понедельник. 28 декабря. Очень тепло, безветренно, тихо и спокойно по Чехово. Ну, на набережной, наверное, слегка ветерок, конечно. Ну, вот наша набережная. Давайте пройдемся к морю. Театр Чехова. Концертный зал юбилейный. И прямо набережная. Пройдемся с вами к морю.
Вот подъехали службы городские. Наводят порядок с освещением. Наверное, еще какую-то инсталляцию будут дополнительно вывешивать. Ну вот и подходит к концу сегодняшний день, начинается уже вечер. На этом сегодняшний ролик мы закончим с вами. Где твой папа? Где он? И закончим, как обычно. Нашей бегущей строкой на перекрестке улицы Морская и улицы Набережная. Так, что у нас тут сегодня? Двадцать семь, 28 декабря, плюс 11. Поздравляем всех с наступающими праздниками. Передаем привет с южного берега Крыма. До новых встреч в эфире.